Далер, прокомментируешь матч? Очень рад, что одержали сегодня победу долгожданную, так как в прошлом розыгрыше не получилось выиграть, к сожалению. И тем приятнее то, что на домашнем стадионе при своих болельщиках взяли 3 очка. Спасибо. Переходим к вопросам. Будут ли вопросы к Далеру? Гош Чернов, спасибо. Далер, какой игры вы ждали от Мальмё, и не удивило ли вас вообще в целом, что такой легкой оказалась победа? Ну, во-первых, я не считаю, что победа была легкая, так как в первом тайме здорово мы начали, забили гол, но после забитого мяча почему-то мы сели в оборону и стали меньше атаковать, прессинговать команду и тем самым дали им создать пару неплохих моментов. И я считаю, то, что в следующих играх нам необходимо это исправить. И даже если забили гол, продолжать также атаковать, прессинговать. Тимур Валеев и затем Александр Дорский. Далер, Сергей Богданович сказал, что благодаря переходу Дугласа в опорную зону с мячом, когда играли, вы могли играть выше и больше в атаку. Насколько вам комфортно было действовать в такой позиции? В целом, да, мне было комфортно на этой позиции. Я как бы, ну, не впервые играю на этом месте. И считаю, что иногда, ну не иногда, даже часто мы неплохо разыгрывали комбинации, и, видимо, план на игру удался. Вопросов больше нет. Последний вопрос. Далер, сейчас команде предстоит играть и в чемпионате страны, и в Лиге чемпионов. Вам еще предстоит играть за сборную. Как вы оцениваете свою физическую форму? Хватит ли вас до декабря? Оцениваю свою физическую форму, ну, считаю, что нормально, так, привык играть уже каждые 3-4 дня, уже не первый год играем, и я как бы с оптимизмом смотрю на предстоящий матч и думаю, что, надеюсь, что меня хватит. Коллеги, спасибо, на этом все.